Кара Макаллоу, мисс США 2017, отпраздновала победу на обзорной площадке небоскреба Empire State Building. 25-летняя девушка обладает ученой степенью по химии, работает в комиссии по ядерному регулированию США на должности физика-ядерщика. Ближайший год победительница конкурса планирует посвятить американским детям. Она постарается заинтересовать их научной карьерой, будет рассказывать о технике, инженерии и математике. Кара Макаллоу уверена, ее проект поможет школьникам выбрать интересную профессию. Я хочу рассказать детям обо всех точных науках, поэтому я собираюсь популяризовать проект под названием «Путешествие в науку для детей», который финансирую сама. Мне хочется привить детям интерес к знаниям, поэтому я буду посещать школы, проводить занятия и семинары для старшеклассников. Финал 65-го конкурса «Мисс США» прошел в Лас-Вегасе 14 мая. В нем участвовали представительницы 51 штата. По традиции, среди конкурсанток были социально активные красавицы. Это и адвокаты, и предпринимательницы, и защитницы прав человека. При этом они должны быть не просто красивыми, а еще и находчиво отвечать на вопросы членов жюри. Кара Макаллоу будет представлять США на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Okay.